Жизнь Мехер-Бабы началась спокойно, и она закончилась в тишине. Он родился, как Мирван Шириар Ирани, в 1894 году в индийском городе Пуна. Его родители были зороастрийцами. Семья его матери приехала в Индию из Ирана, чтобы избежать религиозного преследования. Однако его отец был искателем истины и пришел из Ирана в Индию в поисках Бога. Мирван посещал британские школы в Пуне. Он был превосходным студентом и выдающимся атлетом. Во время обучения в колледже Декан, когда ему было 19 лет, он встретил Хазрат Бабаджи, пожилую женщину-мусульманку из Афганистана, которая жила под деревом ним, растущим у дороги. Многие жители Пуны считали Бабаджан великой духовной личностью. Фактически, как позднее объяснил Мехер-Баба, Бабаджан была душой, реализовавшей Бога, и одной из пяти совершенных мастеров того времени. Именно Бабаджан, поцеловав его в лоб, пробудила Мирвана к его духовной судьбе. Описание этого случая, данное Мехер-Бабой, естественно, ведет в мир мистицизма, поскольку он впервые раскрыл, что происходит, когда аватар спускается на землю в человеческую форму. Он говорит, что всегда есть пять душ, которые являются полностью едиными с Богом. В мистических традициях Востока эти пятеро известны как совершенные мастера. Они являются людьми, ставшими Богом. Обычно они несут ответственность за управление делами Вселенной. Однако однажды, каждые 700 или каждую 1400 лет, они спускают Бога в человеческую форму. Это нисхождение Бога необходимо, потому что, несмотря на то, что совершенные мастера обеспечивают контроль над миром, только аватар может изменить судьбу мира и вызвать новое духовное пробуждение. Для осуществления этого нисхождения пять совершенных мастеров накладывают завесу нормального сознания на аватара и тщательно устраивают обстоятельства его рождения. Некоторое время он выглядит как обычный человек. Затем, когда приходит время, один из совершенных мастеров снимает эту завесу, и аватар испытывает свое истинное существование как Бога. Следом настает наиболее критический период во всем пробуждении. Работая сообща, пять совершенных мастеров учат аватара уравновешивать его состояние неограниченной реализации Бога с ограниченным сознанием нормального или материального мира. Это трудная задача, поскольку материальный мир – только тусклая тень бесконечного существования Бога и не имеет никакой собственной реальности. По существу, пять совершенных мастеров должны научить аватара сохранять его состояние полного просветления во время пребывания в темном мире теней, не растворяя эти тени в свет. Для аватара невероятно трудно достигнуть этого хрупкого равновесия, но оно необходимо, так как предоставляет ему способность производить перемены в судьбе мира. Этого он достигает через все, что делает, ибо каждое его действие имеет свое основание в безграничном существовании Бога. Также во время этого периода подготовки в руках пяти совершенных мастеров Мирван начал собирать небольшую группу учеников из Пуны и Бомбея. Как только его обучение было завершено, Мирван вывел их к оставленному военному лагерю в безлесной пустынной местности около города Ахмеднагар. Здесь, рядом с сильно обедневшей деревней Арангаун,
он приступил к основанию столпа служения человечеству. Дело, ставшее одним из его усилий на протяжении всей жизни. Михербаба, как его теперь называли, значение этого имени «сострадательный отец», основал бесплатную амбулаторию, больницу и школу, впервые принося в жизнь этих бедняков такие жизненно необходимые вещи. Во время проведения этой работы он предпринимал большие усилия, чтобы сломать вековые религиозные и кастовые предубеждения Индии, подчеркивая, что Бог находится одинаково во всех. Итак, на фоне этого пустынного, но мирно удаленного и засушливого пейзажа Михербаба начал описывать своей небольшой группе последователей цель жизни, предназначение мироздания и роль аватара в нем. Он объяснил, что судьбой каждого является единение с Богом, отмечая, что этот процесс совершенствования человека занимает много жизней, сначала через неисчислимое количество дочеловеческих форм. И затем через множество человеческих форм. Михербаба рассказал, что то разделение, которое ведет душу на пути к ее объединению с Богом, на самом деле не существует, поскольку один только Бог реален, неделим, бесконечен и вечен, не сотворен без начала и конца. Он объяснил, что кажущееся разделение бесконечности Бога, бесконечное число форм, необходимо для того, чтобы Бог мог выразить безграничную любовь и сострадание, которые являются его истинной природой. Так как без этого видимого разделения нет возможности любви между любящим и возлюбленным. Он сказал, что очарование любви, созданное этим разделением, так велико, что Бог не в силах устоять от принятия им человеческой формы однажды каждые 700 или 1400 лет. В каждое его пришествие он дает огромный толчок всем душам существования, находящимся на своем обратном пути к единению с Ним. Когда Бог проявляется на земле в форме человека и раскрывает человечеству свою божественность, Он распознается как аватар, мессия, пророк. Таким образом, Бог становится человеком. Михербаба также говорил, что прошлыми формами аватара были Зороастр, Рама, Кришна, Будда, Иисус и Мохаммед. В прошлые времена появление аватара было связано с какой-либо одной частью мира и ее людьми. В нынешнее время, однако, как сказал Михербаба, пробуждение, вызванное его воплощением, будет всемирным. Его узнают и прочувствуют все. Для осуществления этой задачи Михербаба очень много путешествовал. И в 1931 году, после прочного установления жизни в Михербаде, он отправился впервые на Запад. Это Шри Садгуру Михербаба, который не сказал ни единого слова за 7 лет. Я спрошу у него несколько вопросов, на которые он ответит, используя его алфавитную доску. Какова ваша миссия? Помочь людям реализовать истину во всех проявлениях жизни и сделать братство людей практическим фактом. Почему вы прибыли именно в Америку? Потому что в Америке наибольшая энергия, чем где-либо в мире. Но большая часть этой энергии потеряла правильное направление. Я намереваюсь направить эту энергию в необходимые творческие и духовные каналы.
Шри Мехербаба прибыл из Индии с посланием для Запада. Он не передает свое послание через речь, но через свое присутствие. Когда он хочет общаться с людьми, он использует свою алфавитную доску и указывает буквы на ней. Объект моего прибытия на Запад не заключается в основании новых вероисповеданий, духовных сообществ или организаций. Я вижу, что структура всех великих религий мира распадается. Запад все более склоняется к материальной стороне вещей. Я намереваюсь соединить вместе все религии и культы, как бусы на одну нить, и оживить их как для индивидуальных, так и для коллективных нужд. Хотя во время пребывания на Западе он дал несколько интервью прессе, в основном он избегал огласки и толпы, контактируя лишь с несколькими людьми, впоследствии ставшими его пожизненными учениками. В Индии жизнь с Мехербабой никогда не была статичной. Те, кто находился рядом с ним, постоянно подвергались переменам, подталкиваемые к пределам своих возможностей. В дополнение к тому, что его последователи старались не отставать от его изнурительного темпа действий, они также сталкивались с попыткой измерить утверждение Мехербабы, что он есть Бог в человеческой форме. Сестра Мехербабы Мани объясняет. Да, я единственная сестра Бабы, и с самого начала, что я помню, я всегда знала, что Баба был Бог, и он был мой брат. В этом смысле трудно поверить, но все родственники приняли и признали, что он есть древнейший. Мой отец единственный, который с самого начала знал. Но для моей мамы поначалу было трудно принять это, потому что она любила его, любила как сына, и ей было очень трудно отдать его миру. Мехербаба был одинаково естественным с бедными, состоятельными, сельскими жителями, жителями Востока и Запада, людьми любого происхождения, культуры, религии и общественного положения. Из этих групп людей его не так интересовали толпы, как отдельные индивидуумы, и эти немногие собрались и жили рядом с ним, как члены одной семьи. И он наслаждался таким близким окружением. При содействии своих учеников в течение десятилетий он прилагал усилия для нахождения и духовной помощи богоопьяненным душам, которые в значительной степени находятся только в Индии. Эти души настолько опьянились любовью к Богу, что они стали потерянными и не обращающими внимания на мирскую среду, поскольку они находятся во внутренних царствах духовного путешествия. Путешествуя поездом, автомобилем, на телегах с валами или пешком, Мехербаба связался более чем с 20 тысячами таких душ во всех частях субконтинента. Он купал их, кормил, одевал, кланялся им, давая необходимый духовный толчок для продвижения на их пути. В 1949 году, по-прежнему продолжая работу с опьяненными Богом душами, Мехербаба начал новую фазу, которую он назвал «Новая жизнь». Эта новая жизнь включала в себя все элементы жизни с Мехербабой, с главной переменой в том, что он будет путешествовать со своими последователями по всей Индии пешком и просить пищу. Дополнительное условие состояло в том, что все трудности должны были встречаться со стопроцентной жизнерадостностью. Мехербаба и его спутники ходили пешком и просили для себя еду, и таким образом они покрыли обширное расстояние на территории Индии. Этот период новой жизни продлился немногим более 2 лет. Об этом Мехербаба сказал следующее. «Эта новая жизнь бесконечна. И даже после моей физической смерти она будет сохраняться живой теми, кто живет жизнью полного отказа от неправды,
лживости, ненависти, гнева, жадности и вожделения. И кто для достижения этого не производит никаких похотливых действий, не причиняет никому вреда, не злословит, не стремится к материальным приобретениям или власти, кто не принимает преклонения в свою честь, не жаждет чести, не избегает позора и не боится никого и ничего. Теми, кто полагается полностью и исключительно на Бога и любит Бога просто ради любви. Хотя многие из его объяснений заложены в древних традициях Востока, нет ничего такого, из чего можно было бы сложить традиционную религию или духовные практики Михербабе.